Привет, с вами Метрополитен 60, и сегодня мы продолжаем играть в игру симулятор маршрутки 2017 от разработчика Моп Гамес, правильнее. Так, вот такая вот у нас газелька. Так, я, короче, уже открыл две газели. Две газели, вот одна вот такая вот, это, по-моему, RAV 977. Сегодня мы покатаемся на нем по городу. Так, давайте перекрасим желтый цвет. Вот такой вот. Думаю, город у нас будет. Это тот город, где еще игра. Там, это... Симулятор криминальной России 3D Иван. Но она только в App Store доступна. В Play Market еще в 2015 году удалили ее. Кстати, что мне понравилось, что когда вот самая первая версия, это же были одни и те же звуки двигателей. Вот именно вот эти разные звуки двигателей. Вот такой звук у него. Так, запугаться нам пока не нужно. Вот что хочу сказать, вот другая еще игра от тех же разработчиков. По-моему, ну, только у них название другое, так будет, по-моему, то же самое. Вот. Это самое, которое вышло в 2015 году, вот там вот намного меньше маршруток, там, по-моему, было всего 7 или 8 маршруток. И вот этих вот домов не было серых, вот там вот еще вот такие коричневые дома. Все было совсем по-другому, вот эти намного интереснее. Вы видели хуже, как они выходили уже. У нас Борис. Смотри, как на него высветили Борис. Там тоже, как говорит, не звон. Там у нас вот видели этот... Это вообще автосалон, там машина какая-то из игры. Вот так у меня на высветили Иван. Но здесь он так выглядит, как ремонт. Вот так он выглядит, отличается от первого. Кстати, еще есть... Если еще есть двоих людей, они будут звуки всякие издавать. Я тут думаю в конце показать, потому что будет такой баг. Если где-то в школе, там написано штраф минус 150 рублей, но если успеть выйти там в меню, главное, то... Тут деньги как бы хранятся. Только что полицейский участок проехали вон. Вот еще дома. Вот раньше этих домов тоже не было. Вот этих вот. Заправки были другие. Вот самые первые игры. И вообще от всех игр. И вот даже где выпачкали на России ПДВ, там тоже не было вот этих домов раньше. А еще раньше, где-то в начале 2015 года, было еще меньше, вот, еще меньше вот этого. Я помню, я играл в том городе, самый первый. Я, может быть, как-нибудь скачаю эту версию, где этот город, я покажу вам. Так. Конечно, какие-то незвонки, давайте включим рэп. Ух, тут электро недоступно. Кстати, я бы четырнадцатичный автор назвал. Не знаю, почему он так выглядит, потому что это точно незвонник. Это как-то незвонник. Это как-то незвонник. Это как-то незвонник. Это как-то незвонник. Могу сейчас больше двое здесь, но вообще где-то из больницы раньше было намного меньше. Другому надо было, если бы этих не было. Музыка тоже так и будет, что там себе было надо, и только давайте вот эти второй город появился. Какой-нибудь день в коляске,
Сейчас уже будем заканчивать. Три приезжает. Если бы мы его цвет ставили, здесь, кстати, тоже ремонт. А здесь обычно Иван берет миссию. Так, у меня на свет был. Так, у нас. Слышали, этот звук был такой, как из... Ну ладно. С вами был Метрополитен 60. Всем до скорых встреч.